Доброе утро! Сегодня на завтрак мы приготовим популярное у всех славянских народов блюдо – бигос. Но не классический из капусты и мяса, а более утренний – с копчеными колбасками и сосисками. Сегодня нам понадобится свежая капуста, морковь, молочные сосиски, охотничьи колбаски, лук, томатная паста, лавровый лист, соль и перец. В капусте вырезаем кочерыжку и тонко шинкуем, обходя плотные части листьев возле кочерыжки. Посыпаем небольшим количеством соли и слегка мнем руками, чтобы капуста пустила сок. Лук нарезаем мелким кубиком. Морковь натираем на крупной терке. Сосиски очищаем от заводской пленки и нарезаем не очень тонкими кружочками. Также поступаем с копчеными колбасками. Выкладываем колбаски и сосиски в глубокую сковороду с толстым дном и слегка обжариваем с одной и с другой стороны на растительном масле. Убираем поджаренные сосиски и колбаски в отдельную посуду, а на этом же масле обжариваем тертый лук и морковь. Жарим на среднем огне около 5 минут до мягкости. Добавляем капусту и тщательно перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим 15-20 минут. Если сока от овощей недостаточно, можно добавить немного воды. Когда капуста приготовится, к ней добавляем томатную пасту, лавровый лист и смесь перцев. Высыпаем подготовленные сосиски и колбаски и перемешиваем. Учитывайте, что колбаски соленые, поэтому соль добавляйте только на этом этапе. Тушим все вместе 10 минут. Готово! Сама по себе тушеная капуста – достаточно ординарный гарнир. А с сочными сосисками и копчеными колбасками превращается в ароматное, самостоятельное блюдо. И при этом ни в коем случае не скучное, благодаря специям, отвечающим за пикантные ноты во вкусе. Такой завтрак может позволить себе каждый. Он бюджетный, аппетитный и очень простой в приготовлении. Приятного аппетита!